Пришли показать вам новогодние товары в Германии, которые выложили самые-самые новые. Такая упаковка игрушек 15 евро. Ангелочки. Вот они. Веселенькие. Есть гномики популярные. Разные коробочки. Такие вот блестящие. Мои фавориты. Это вот такие пушистые звездочки. Стаканчик. Тут разные напитки. Снеговички, оленики, Дед Морозики. Есть вот такие украшения. Снова товары с шариками. Вот такие пушистые елочки. У тебя в том году такой был? Нет, у меня другой был. Ну, тоже с миньонами же. Так, идем дальше. Вот еще наборы шаров. 4 штучки по 3 евро. Такие вот подсвечнички. Алиса нашла опять гнома. Кстати, это лампочка. Лампочка гном. Снова очень много гномов. Дальше. О, очень красивые, кстати, наборы. Алиса, нос. А, нос горит? Загорелся, да? Вот такой набор можно купить. Он 10 евро. Как раз повесить на игрушку. Нам скоро придет игрушка, и можно что-то выбрать. В принципе, прикольно, но вот шишки, конечно, такие дешевенькие. Есть еще вот такие пингвинчики. Алиса все играет с гномом. Снова вот такие гномики. Красивые девочки. Вот такие елочки. Я такие не особо люблю. Тоже очень красивые шарики. Тоже 3 евро. Вот такие веночки. Сразу на Новый год, на Хэллоуин. Алиса тоже нашла украшения. Вот такие вот есть. Можно как-то декорировать. Сразу на День Святого Валентина можно прикупить. Бумага рождественская. Вот здесь целый стенд. Снова эти гномы. Красивые такие классические украшения. Деревянные игрушки, керамические. Это скатерть на стол. Много-много упаковочной бумаги, много разных игрушек. Вот такой наборчик 4 евро. Да, это календарь ожидания Нового года. Наборчик таких звездочек по 3 евро. Можно выбрать разные цвета. И блестященькие есть. Олени. Крисмас. Эти уже, видите, какие некачественные. Это такой средненький магазин. Здесь очень много китайских товаров, поэтому немцы здесь закупаются редко. Здесь закупаются в основном иностранцы. Здесь очень много всего китайского, дешевого. Это цены такие достаточно дешевые для немцев, и они их не берут из-за этого. Вот мы решили вам показать, что здесь интересного есть. Но зато здесь есть на все случаи жизни все украшения, которые можно вообще приобрести. И довольно за, ну, такую неплохую цену. Что, Алисенька? Уберешь это, пожалуйста? Что, включить? Нет. Это нельзя, Алис, это же продается. Мы, считай, испортим новый товар. Это нельзя делать. Мы должны испортить, что ли? Нет, давай просто посмотрим. Вот какие красивые игрушечки мелкие. Есть вот такие украшения мини-бантики. Ой, я фанат вот такого пыльного золота. 2 евро. Нормально. Бубенчики. С Рождеством, все гномы. Есть вот такие шарики по 1 евро. Снова красивые домики. Ой, какие классные домики. Вон церковь. Подсвечники. Дед Мороз против оленя. Угу. Это набор открыток. Есть вот такое украшение. Вот такие есть красивые свечи. 3 евро.
Посмотри, Алис, как интересно. Ага, коробочка. Такие вот милые домики. Вот такие есть. Я думала, это какая-то пирамидка. Это похоже на свечу. Очень красивые открытки. Красивые феечки, оленьки. Мне нравятся вон те домики. Снова елочки. Она еще и горит. Очень красиво. А смотри, сколько здесь еще всего. Здесь можно купить мини-елочки, веночки, гирлянды. Смотрите, какая красота. Народу, конечно, здесь очень много. Приходится всех пропускать. Какие украшения. Кто там у тебя? Встречаем Новый год вместе. Правда, я за 10 лет. Мам, ты показала ее? Конечно, показала. Здесь всякие пакетики. Наверху, опять же, такая красотища. Ой, Алис, смотри. Заколочки. На Новый год. Есть такие вот пряничные. Есть скотчики довольно-таки дешевого качества. Есть прищепочки. Я люблю вот такие бубенчики. Магнитики есть разные для творчества. Синельная проволока. Ловится снеговичок. Ух ты, какая красивая. Такая красивая штучка. Интересно, что с ней можно сделать. Напишите в комментариях, если у вас есть идеи. Есть такие тросточки. А есть... За 1 евро. Да, можно сделать украшение. Искусственный снег. Снова много разных. Ой, прищепочки. Алиса. Вот они. Я их искала. Вот они где были. Вот этот нам нужен пакет. И он всего стоит 1 евро. Хорошо, что мы сюда забрели, потому что я не могу найти бубенчики. Какого оттенка? Кстати, коробочки еще... снеговички, да? Это как будто бы был в Макдональдс. Ага. Пожалуйста, вашу картошку фри. А почему? Дыроколы. Смотрите, можно сделать олеников. Много-много разных звездочек, шариков. Можешь подержать, пока я снимаю? Есть вот такие красивые прищепочки, снежинки, такие красивые снежинки, они как хрустальные выглядят. Такая снежинка 1 евро. Здесь можно купить вот такие штучки, всякие вот такие мелкие украшения. Снова дары леса. Здесь можно формочки для еды купить, разные виды, все для печенья. Гном. Снова какой-то гномик. Пушочки. Разные украшалки. Вот такой вот снеговик. Тяжелый. Это подсвечник. Аккуратно. Даже пупыты. Видишь, новогодние. Есть вот такие вот украшения. Такая уютная девочка. Снова елочки, щелкунчики, очень красиво. Даже новогодний подарок. Ой, какие красивые венки. Если маленький ребенок, то одевать. Да, можно и одевать. Очень красивые венки. И сколько такой стоит? Такой веночек стоит 5 евро. Очень красивый. Да. Я уже его хочу. Елочки, коробочки. А вон такая елка. Алиса, как тебе такая елка? Классная, да, тоже? Всякие подставочки под горячие. Тоже выглядит оригинально. Много-много разных фонариков. Пакетики. Коробочки. Угу. Можно здесь купить будет для нашей новогодней елки фонарики. Что-то мы не успеем понять.
Смотри, какие красивые елочки. Большой календарь ожидания Нового года. А здесь разные наклейки и штучки для оформления подарков. Я хочу наклейку. Так, идем дальше. Бантики. Ну, купим потом. Мне нравятся вот эти снежинки, очень красивые. А мне нравятся детские. Мне тоже. Ой, какое все красивое. Вот эти снежинки нам тоже нужны. Дают. Алис, мы сейчас снимаем видео. Ты не хочешь нашим зрителям рассказывать про свои посудомойки? Я думаю, об этом можно и поговорить потом. Какие красивые фонарики. Мини-подносик. И снова-снова много огоньков. Разные ленточки. Вот эти мои любимые. Я все никак не решусь их купить. У меня просто уже много лент. Ой, какой красивый наборчик. О, какая красота. Сколько она стоит? А, вон вижу, 5 евро. Такие блесточки замечательные. Ну, я же не могу все купить. Я-то все хочу, Алис. Разные ленточки. Куча всяких новогодних. Есть еще для платочков и снова коробочки. Вот такой огромный олень. А вот отдел с подарками, которые можно купить. Это все сладости, но они какого низкого качества. Можно носки носить. Я такие не особо люблю, но не знаю, если так вот просто быстренько прийти, что-то подарить, может и нормально, но Я такие сладости не особо люблю. Я бы хотела вот такую вот мяшку. Ну, там сладости не очень. Так все очень. Удал света. Это блестяшка очередная. Снова шарики. Много-много разных видов. Вот снова отдел с подарками. Можно такую купить. Чашку и чай рядом. И такие сладости новогодние. 10 евро. Человечки тоничные. Хэллоуинские. Ну да, нам пока это не надо. Есть такие тарелочки. Вот такие тарелочки. Покажем коробочки. Смотрите, коробки нос. Угу. Есть вот такие прикольные пиньяты. Но это уже на другой праздник. Такие украшения. В общем, это как наш фикс-прайс. Только по-немецки. Новогодних шапочек куча.